Джордж Клуни недолго страдал от одиночества после расставания со своей давней подругой Элизабеттой Каналис. Актера утешила Стейси Киблер, бывшая звезда рестлинга. Казалось бы, дама, занимающаяся таким грозным делом, должна выглядеть очень воинственно. Но о Стейси этого сказать нельзя. Она женственна и очаровательна, то есть во вкусе Клуни. У девушки есть еще одно достоинство – она не ищет серьезных отношений. А Джордж известен тем, что замуж звать никого не собирается. По слухам, Стейси уже побывала в гостях у Клуни на озере Кома и вернулась оттуда в очень хорошем расположении духа. Главное, чтобы красотка ненароком не влюбилась в Джорджа, иначе нового приглашения в гости ей уже не получить.